В Нарьян-Маре продолжаются поиски человека из затонувшей лодки. Трагедия произошла сегодня ночью на Печоре в районе бывшего лесозавода. На борту находились двое рыбаков. Одному до берега доплыть удалось. Судьба второго пока неизвестна. По некоторым данным, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Картина произошедшего в следующем материале. Все произошло минувшей ночью. Тревожный сигнал в полицию поступил в 0 часов 20 минут. Звонил потерпевший. Он рассказал, что рыбачил с другом, но в один момент лодка перевернулась и накрыла их. По инструкции мужчины были в спасательных жилетах, а в них, как известно, поднырнуть под борта лодки невозможно. Жилеты пришлось снимать прямо в воде. Выбраться из-под лодки им удалось, но плыть до берега рыбаки не рискнули. Они якобы держались очень долго за лодку, то есть минут 40 их несло, хотя с другой стороны они могли бы лодку бросить и на противоположный берег, там буквально было, если все это произошло возле Бакина Красного, то есть на повороте, то есть здесь до берега ну метров 100, это по воде, плюс там глубина совсем маленькая, то есть ну метров 30-40 и ты уже будешь стоять на дне. 40 минут в холодной воде привели к онемению рук и ног. Только тогда они отважились плыть в сторону берега. Выбраться удалось лишь одному. Поисково-спасательная служба на место ЧП прибыла всего через несколько минут после сигнала. Спасатели приступили к спецоперации. Была обнаружена перевернутая лодка. Ее транспортировали на берег, обследовали территорию. Второго рыбака не удалось обнаружить. На сегодняшний день он считается без вести пропавшим. От родственников поступило заявление. Сегодня поиски продолжались несколько часов. Дно Печоры прочесывали различным оборудованием, но пока безрезультатно. Спецоперация продолжится завтра. Олег Атанзийский, Роман Делимарский, телеканал «Север».